Всем привет, ребята! И у меня нечто интересное. В одной из моих колоний появился монстр. В начале этого выпуска я продолжу рекомендовать вам интересные каналы на муравьиную тематику. И сегодня это канал под названием «Муравьиный король». Контент этого канала меня очень порадовал, и я посмотрел все ролики автора прямо на одном дыхании. Там не только всеми любимые панерины, такие как Odontoponera transversa, винаторы. На канале вы найдете видео с различными распаковками, а также поиски маток. В общем, все как мы любим. Очень радует интересная подача материала. Рекомендую подписаться. Ссылка на канал в описании. Ну что ж, начнем. Итак, ребята, у меня есть несколько колоний муравьев вида Messerstructor, пойманных в 2018 году. Как вы помните, лед у этих жнецов происходит весной. Именно весной 2018 года мною было куплено несколько маток. Матки отложили яйца, и через некоторое время из яиц появились рабочие. И все шло своим чередом. Колонии развивались. Но однажды я заметил нечто странное. Вы знаете, колонии жнецов, особенно когда они в пробирках, требуют не так уж много ухода. Обычно я заглядываю в пробирки раз в неделю. Смотрю, чтобы была вода по ту сторону губки или ватки и чтобы мак лежал на своем месте. Обращаю внимание на общее состояние колоний и в частности на маток. Не знаю, как я пропустил появление столь большой личинки и кокона, хотя припоминаю, что у некоторых колоний были большие личинки. Как мне казалось, это кормовые личинки, которые будут скормлены молодому потомству. А может, это уже начали появляться солдаты, хотя тоже рановато. И тут в один прекрасный день я нахожу у своих жнецов вот такого вот монстра. Да, конечно, это самец. Но как у такой маленькой колонии появился такой монстр? Это молодая колония, и она не могла начать производство самцов и подготовку к лету. Не находите появление самца странным? Я первый раз вижу самца жнецов вживую. У меня была приличная по размеру колония жнецов, но даже они не производили ни маток, ни самцов. А тут такое. Матка 2018 года. И вот тебе сюрприз. Прошло всего-то 4 месяца с основания колонии этой маткой. Причины появления для меня непонятны. Единственное, что я могу отметить, так это наличие в этой колонии большого количества пакетов с яйцами и полное отсутствие расплода на стадии личинок и коконов. По-любому тут есть какая-то взаимосвязь. Буду продолжать следить за этой колонией. Единственное, что меня напрягает, так это то, что в пробирке заканчивается вода, и вскоре колонию придется пересадить. В общем, буду информировать о всех новостях, связанных с этой семьей. Ну что, друзья, это все на сегодня. Если вы первый раз на канале, обязательно подпишитесь и поставьте лайк этому видео. Увидимся в следующих выпусках. Всем пока-пока.